Колонна боевой техники и пехота на Мариуполе сегодня отмечали четвертую годовщину освобождения от боевиков. 13 июня 2014 года силами ВСУ добровольцев из города выбили оккупантов. Как прошел праздник, видели наши корреспонденты. По проспекту Мира до площади Свободы такой марш победы уже стал традиционным для Мариуполя. В колонне бойцы полка Азов, нацгвардии, пограничники, морпехи и полиция. Те, кто защищал портовый город в 2014-м и кто защищает его сегодня. Сегодня город Мариуполь входит в шестерку самых безопасных городов Украины. Благодаря вот этим воинам, которые стояли сегодня на этой площади. Торжественная церемония начинается с вручения наград. Жители города не скрывают эмоций. Солдат Кириленко Костянтин Анатольевич. Дякуємо! Те, кто пришел на праздник, с ужасом вспоминают весну 2014-го, когда Мариуполь два месяца находился в оккупации. Здесь помнят, как боевики захватывали административные здания, грабили магазины и банки, а на улицах строили баррикады. Но 13 июня их выбили из города. І коли з'явилися наш прапор, я зупинилася, його перехрестила тричі і поклонилася. Немалую роль в победе сыграли 150 добровольцев полка Азов. Нынешние командиры гордятся, что тогда не погиб ни один украинский солдат. Вже за 6 годин після проведення операції Маріуполь знову став українським. Для багатьох з нас це був перший бій та перша перемога. После официальной части празднования четвертой годовщины освобождения перешли к неофициальной. До самого вечера здесь бушевал фестиваль «Свободный Мариуполь». Ярмарки, спортивные соревнования и концерт. А завершился праздник фаер-шоу. Тарас Говдя, Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности телеканал «Интер. Донецкая область».